Всем привет! Пошли мы в лес за брусникой. Не знаем, что найдем, но что-нибудь найдем. Что найдем, то покажем. Такое начало такого ремочка. Погода 24 градуса. Тепло. Все у нас начали таскать бруснику. И мы пошли за брусникой. Вот здесь была когда-то голубика даже. Вот мох. И даже ягодки, клюковки попадаются. Вот такие мелкие. Мелкая клюковка. А вот и мелкая уже брусничка. Брусничка. Идем, бабушки, он впереди. Бегут. Бегут, бегут все. Жарко. Надо смотреть под ноги, чтобы, не дай бог, где-нибудь змею не увидеть. Вот такой рям. Кочки. Вот нашла такие голубички. Но ее мало совсем. Кустики. Ну, ее мало вообще по ягодке. Ну вот, первые ягодки есть. Меленькая. Очень меленькая такая. Начало попадаться. Будем брать, смотреть, искать дальше. Такой лесок. Рям. Багульником так пахнет вкусно. Вот такой ельник тут, сосничок. Есть, есть вообще лысые. Мелкий сосничок. Будем собирать. Ну вот. Ходили-ходили. Нашли такую крупненькую. Вот. Такая. Вот ягодка. О, какие веточки. Так что. А пока шла. Вот. Такую мелкую всякую. Начала брать. Ну, а здесь прямо вообще хорошенькое. Будем собирать. Вот нашли какие кисточки замечательные. Такие. Они как бы заваливаются под тяжестью. Тяжесть. Вот какие кисточки. Нету такого сплошняка, чтобы зашел и рвал.
Ну а так будем так ходить. По чуть-чуть собирать. Вот пошла обратно искать. Нашла вот такую кочечку с ягодкой. Солнце светит вообще. Вот все сборщики. Такая ягодка. Мелкая. Не можем еще найти, чтобы была крупная. Такая мелковатая, все равно еще беловатая. Хочу найти крупную какую-нибудь ягодку. Вот так ходим. Такой мох везде. Покрывало такое. Здесь покрупнее ягодка. Здесь поберем. И гляди, куда я. Вот какие. Здесь тут пошли получше земляни. Ой, земляника. Вот Лёшек у нас собирает. Чтобы далеко не бегать, видишь, куда я. Ну, здесь получше. Розочки такие. В багульнике. В багульнике, ну. Такие. Не совсем? Ну. Попробуй. За неимением ничего. А где твое ведро? Вон, не видно. Ёлки. А. Бабушка тоже ходит, ищет ягоду. Ты на елку повешала, я вот сюда. Почему? Она не совсем еще спела, но потом ее рядом и не будет. Так что будем дальше рвать. Ну вот, почти пол ведерка набрали. Набрали, а набрала. А, это десятка же? 10 литров. Ну, короче, еще много собирать. Ходим, ползаем по кочечкам. Леша, ты ползаешь? Бабушка тоже там. Такая. Сосничок такой. Здесь такими на бугорках вот мы нашли. Здесь хорошенькая была брусничка. Пойдем дальше искать. Вот кочечка. Находим кочечки. Там вижу, там. Вот такие мы красивые в лесу ходим. Жара 25, наверное, уже градусов. И хорошо, но Леша на заднем плане. И я. Так что набираем помаленьку. Там бабушка у нас. Там бабушка. Так что хорошо в лесу. Свежий воздух такой приятный. Вот такая ягодка. Такие кочечки. Thank you.
сколько уже я набрала. Пол ведерка уже есть. Ну вот, выходим из ряма. Такой тут все в багульнике, все в дебрях. Идем, выходим. Впереди бабушки. Что Марина набрала? Набрала. Ну-ка, сколько? Много. Ну-ка, покажи. Я ведерко, видишь? Ведерко набрала. Но она все равно здесь, видишь, это попадается зеленая. Ну, рановато ты ее собирала. Да, рановато. Ну ладно, себе хватит. Да. Больше не пойдешь. Да, больше не пойдешь. Так что ладно, пойдем домой. Все, пойдем домой.